Ребенка маленького вези в Плавск. Детское отделение ликвидировали. 40 километров туда, 40 обратно нужно преодолеть жителям Чернского района, чтобы навестить родственников в больнице. Получить качественную медицинскую помощь на месте стало проблематично, жалуются губернатору люди. Даже на несложную плановую операцию взрослых отправляют в Плавск. Детское отделение закрыто. Алексей Дюмин отмечает, с проблемой знаком. Считает, оптимизация здравоохранения, которая проводилась в последние годы, местами шла с перекосами. Ситуацию нужно исправлять. Так в Черни усилят хирургическое отделение. Мы все-таки надеемся столкать нынешних хирургов, завести на плановую операционную помощь, и чтобы они все-таки делали плановые операции. Поэтому, когда хирургическая активность в отделении, которое, ну, я, вопреки главному специалисту-хирургу, сохранила, мне, конечно, не очень приятно, что всего 5% оперативная активность, когда по Тульской области у нас свыше 50-60%. Жителям обещают улучшить ситуацию со скорой помощью. Сейчас на район всего две машины. На вызовы медики едут долго. Министр здравоохранения заверяет, до Нового года сформируют еще одну врачебную бригаду, купят автомобиль. А в трех селах в следующем году построят модульные ФАПы. В 2017 году в Тульской области будет возведено 10 ФАПов. 3 ФАПа будет по тем населенным пунктам, по которым вы просили и делали заявку. Они будут модульного типа, где часть помещения будет для работы медперсонала и для приема граждан. А вторая часть помещения, это мы закрываем вопрос о выделении жилой площади, квартиры для медработников. Поселок утопает в грязи – это еще одна проблема для жителей. Глава районной администрации рассказывает, губернатору местной управляющей компании с уборкой мусора не справляется. Другой специализированной организации нет. Ее будут создавать, но спецтехники не хватает. Алексей Дюмин обещает с машинами помочь. После того, как вы эту лицензированную компанию создадите, я вам вот всем здесь говорю, я вам обещаю, значит, 2 единицы уборочной техники у вас будет. Я могу вам в течение недели эти машины дать. Ну, какой смысл, если на них никто работать не будет? Встреча губернатора с жителями района проходит в первой школе Черни. Директор жалуется, еще в 2015-м здесь должны были построить мини-стадион. Но прошло уже 2 года, а вместо благоустроенной спортивной площадки бурьян подвел подрядчик. Как хотите, делайте, что хотите, изыскивайте, перезаключайте контракты подрядчиков, субподрядчиков. Меня не интересует. В 2017 году, чтобы площадка в школе была. Есть. Разбитые дороги, отсутствие уличного освещения, проблемы с газификацией населенных пунктов – все эти вопросы будут решать, резюмирует Дюмин. И просит главу районной администрации от жалоб людей не отмахиваться. Напоследок обещает в следующем году в поселке поставить 3 детские площадки. Надежда Милехина, Роман Тюкин, Алексей Чечевадзе, Первый Тульский.